Всем привет, с вами Джембо Макс, и в этом видео вы узнаете, как быстро и легко отменить ваш предзаказ. Раньше это надо было делать исключительно через поддержку, звоня им и говоря о проблеме, что вы якобы не туда нажали. Но сейчас же на сайте есть специальная кнопка для всего этого. Данная функция нужна не только для тех, кто просто перепутал кнопки или куда-то не туда нажал, но еще и для тех, кто хочет поучаствовать в закрытых бета-тестированиях, ибо они проводятся иногда исключительно для тех, кто сделал предзаказ. Вы же, зная, как отменять предзаказ, просто оформляете его, скачиваете бету, пробуете. Если вам игра не вкатила, то просто предзаказ отменяете. Если что, деньги за предзаказ списываются за 10 дней до релиза, поэтому вы и деньги-то не потеряете. Итак, как отменить предзаказ? Заходим на сайт Xbox, в раздел «Моя учетная запись», нажимаем либо на вставление счетов, либо на журнал покупок. Выбираем наш предзаказ и нажимаем «Отменить позицию». Подтверждаем и готово. На этом все, вы теперь можете сами отменить ваш предзаказ. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, если не знали об этом способе, и до новых встреч!